Друзья, еще раз добрый день. Сейчас у нас рыбалочку закончил Алексей. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас ловили на общем водоеме, и по итогу у нас вышло 6 карпов. Смотрите, карпы уж такие приятного размерчика, радует глаз. Чуть поменьше, но есть и такой хороший на весочке. 2 сомика у нас попались. Будьте добры, я понимаю, что вы устали на жаре. Несколько слов, на что были пойманы данные рыбы? Да на все было. Ну, все. Сом на червя, а карп брал на все. На червя, на попап. Опарыш? Опарыш. Кукуруза? Кукуруза. Все брал, да? На сходы, обрывы еще были? Сходов много было, обрывов не было. Обрывов не было. Дальность заброса? Близко у берега или далеко забрасывали? С утра близко, поближе брал к берегу. К обеду уже подальше. Отошел. Угу. Откатился, так скажем, туда, да? Понятно. Ну, поздравляю вас, улов неплохой достаточно вышел, хоть и трудовой, так скажем, на такой погоде. Рады были вас видеть, до новых встреч, до свидания. Приедем еще. Хорошо.